ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ Михаил Григорьевич Михаил. Михайлов Дуняша. Эскиз Читает Евгений Бразов-Плюшковский В деревянной террасе, выходящей на широкий двор во втором этаже одного огромного петербургского дома, на родонаселение которого могло бы равняться с числом обитателей иного уездного городка, стояла, облокотившись на перила, молодая девушка, закутанная в большой белый платок. Нельзя сказать, чтоб она была прекрасна. В чертах лица ее было мало праведности. Впрочем, эта та самая неправедность придавала ей особенную привлекательность. Волосы ее были черны и гладко облегали довольно круглое свежее лицо, покрытое легким румянцем. Глаза были яркие и подернуты влагой удовольствия. Видно было, что она ждала кого-то. Порою Нетерпеливо обращала она свои черные глаза к той стороне террасы, где была лестница, и при едва слышном шорохе легкая улыбка пробегала по ее тонким розовым губам. Когда же все затихало, и никто не являлся, она наморщивала лоб и, быстро отворотившись, смотрела вниз через перила на пустой двор, потому что было уже очень поздно. Впрочем, Ночь была светлая, чисто петербургская. Вот, наконец, на лестнице явственно послышались шаги. Девушка выпрямилась и хотела идти навстречу, но вдруг воротилась и спряталась за покрывало, висевшее на протянутой вдоль террасы веревке. С лестницы вышел на террасу молодой человек. Проходя по ней, он осматривался на обе стороны, как бы отыскивая глазами кого-то. Когда он подошел к развешенному покрывалу, девушка громко ударила в ладоши и выскочила из своего убежища. — Что, испугался? — сказала она ему со смехом. — Какая же ты проказница! — ответил молодой человек. — Я уже думал, что тебя нет здесь. — Поди же ко мне, поцелуй меня. И он взял ее за руку. — Не хочу! — проговорила она. Вот тебе наказание за то, что ты опаздываешь. Ну, прости меня, не буду. Право, в последний раз. Хорошо. Так и быть, я прощаю в последний раз, сказала девушка, подставляя молодому человеку свои губки. Вот так лучше, сказал он, целуя ее. А ты давно здесь? Давным-давно. Как только уложила Митю спать, так и вышла сюда. Часа два дожидаюсь тебя, а ты...» И она, капризничая, выдернула свою руку из руки молодого человека. «Ну, полно, моя душа, не сердись, я не виноват. Ты всегда не виноват». И она подошла к нему, положила свою маленькую руку ему на плечо и глядела ему в глаза. Молодой человек рукой обвил талию девушки и приложил свои губы к ее разрумянившейся щеке но оставим их в этом положении. Они простоят еще долго, молча и целуясь. Александр жил в одной из квартир, выходивших дверями на террасу. Ему был двадцатый год. Дуняша была племянница управляющего домом, жившего тоже в одной из квартир на террасе. Она жила у дяди потому, что была округлая сирота, Помогала тетке в хозяйстве и нянчилась с маленьким двоюродным братцем. Ее очень любили родственники за тихий, покорный нрав и за заботы об маленьком Мите. Дуняше было 16 лет. Когда Александр нанял квартиру в этом доме, рядом с квартирой управляющего, то Дуняша часто видела его на лестнице и на террасе. Ей понравился молодой человек, и она часто нарочно выходила на террасу, чтобы встречаться с ним. Александр тоже обратил внимание на девушку. Ему очень хотелось завязать как-нибудь разговор с нею, но он как-то все не находил предлога. Однажды, возвращаясь откуда-то, Александр нес с собой довольно большую связку книг. Когда он взошел на террасу, Дуняша вышла из своей двери – в это самое время шнурок, связывавший книги у Александра, развязался, и целый десяток томов покатился на пол. Он наклонился и начал собирать их. — Позвольте, я вам помогу, — сказала Дуняша, поднимая с полу два томика. — Помилуйте, зачем трудиться? — ответил Александр, не без удовольствия, начиная разговор с Дуняшей. «Помилуйте, что за важность?» — сказала она. Вы и так устали, и еще сами наклоняетесь подбирать книги. Благодарю вас, продолжал Александр, принимая из руки ее книги. При этом он не мог победить сильного желания пожать ей руку и прижал слегка рукою ее розовый пальчик. Нежная краска выступила на лице девушки, и она сказала, улыбаясь: Что это за книги? Это Лермонтов. И два французских романа. Ах, я знаю всего только одно стихотворение Лермонтова. Молитву. Я его списала для себя. Как это хорошо. Мне хотелось бы прочитать все его стихи. Александр, давно искавший случая познакомиться с хорошенькой девушкой, был очень рад предложить ей один томик любимого поэта. Так началось знакомство между Александром и Дуняшей. Была светлая лунная ночь, или, лучше сказать, сумерки, какие бывают летом в Петербурге между вечером и утром. Александр позвал Дуняшу гулять. Они долго ходили по набережной Невы и, наконец, сели на скамье у гранитной набережной. Дуняша наклонилась на плечо Александра и тихо заплакала. Он смутился. Что с тобой? спросил он в волнении. Ничего ответила она, отирая слезы. Мне грустно сегодня. Мне кажется, нам недолго быть вместе. Что за странные мысли? Ведь ты со мной теперь. Зачем же думать о будущем? Мне кажется, что я с тобой сегодня в последний раз. ⁇ Лицо ее горело. Глаза ярко блестели, она была так хороша в слезах. Александр долго в упоении держал ее в объятиях. Нева, гладкая, как стекло, спала в гранитных берегах. Во всю ширину ее серебрился сноб лунных лучей. Никто не проходил по набережной изредка слышался гром экипажей, да порой лишь весла мерными взмахами разрезали гладь руки, и струи ее тихо журчали. Они долго сидели, глядя друг на друга. Ясны, безоблачно были небеса, тихо катился по ним месяц. Мало-помалу их черные мысли рассеялись, и они снова были счастливы. «Послушай-ка, Дуня», — говорил старик, управляющий своей племяннице, — «я хочу поговорить с тобою о важном деле». «Что такое, дядюшка?» — спросила Дуняша с тайным волнением. «Я вас слушаю». «А вот что», ты теперь уж не маленькая девочка. Можешь сама рассудить, что не век же тебе сидеть в девках на шее у дяди. Пора тебе и замуж. Дуняша молчала. — Вот Василий Федорович мне вчера говорил о тебе. Ты ему очень понравишься? — Хорошая, — говорит, — хозяйка будет. Конечно, он человек не молодой, но зато степенный и с достатком. Это для тебя счастье? Как ты думаешь? Дуняша молчала, и слезы катились по ее щекам. — Ну что, согласна ли ты выйти за него? — Согласна, — прошептала едва внятно девушка, не смея возражать человеку, делавшему ей столько благодеяний. — А может быть и внутреннее чувство сказало ей, что любовь Александра не больше, как минутная вспышка молодой крови. На другое утро Дуняша рано вышла на террасу. Глаза ее были красны. Она не спала всю ночь и все плакала. Александр собрался по своим делам и встретил ее на лестнице. «Что с тобой? Ты плакала?» — спросил он. «Мое предчувствие сбылось, Саша». В первый и вместе в последний раз назвала она так Александра. «Что такое? Скажи скорее!» «Я выхожу замуж», — тихо проговорила Дуняша. «Как? За кого?» «Помнишь, того небольшого пожилого господина, который часто бывал у нас, сказала Дуняша прерывающимся голосом. Александр старался утешить ее, но речь его была холодна против обыкновения. Они оба чувствовали, может быть, сильнее прежнего, и именно потому-то слова не сходили у них с языка. возьми это», — сказала Дуняша, подавая Александру небольшой сверток бумаги. «Тут мои волосы». И она быстро ушла, закрыв лицо руками. Наконец настал день Дуняшиной свадьбы. Ее одели в венчальное платье, убрали ее черные волосы венком белых цветов. Василий Федорович в белом галстуке с официальной физиономией, приличной торжественному случаю, приехал в церковь минут за пять до невесты. Привезли и Дуняшу. Она была мертвенно бледна. Наконец их обвенчали. Александра не было в церкви. Дня три тому назад он съехал с прежней квартиры. А вот тебе и эпилог, добрый читатель, благосклонно дочитывающий даже такие глупые рассказы, как мой. Александр месяца два не видал Дуняши. Образ ее все более и более изменялся в его воображении, и, наконец, прежняя Дуняша, которую он любил так девственно, представилась ему теперь не более как молоденькую женой старого мужа. Он иначе полюбил ее. Она, верно, скучает, бедняжка, подумал Александр и отыскал ее. Он очень часто бывает у Авдотии Ивановны, но только тогда, когда Василия Федоровича нет дома. От чего происходит Сие последнее, я не справлялся. 1847 год. Напечатано в первом томе сочинений Михаила Илларионовича Михайлова. Петроград. Издательство товарищества художественной печати 1915 год.